Чтобы пушистая красавица появилась на стадионе первой школы, пришлось немало потрудиться. Специальной техникой елку транспортировали, потом с помощью бура подготовили отверстие для ее устойчивости. В прошлом году депутаты Думы города Олеся Сергеевна Тырышкина и Евгений Михайлович Теуков обратились в школу социальной инициативой организовать в школьном дворе бесплатный каток для зимнего отдыха и зимних забав детей. Открытие катка произошло в канун Нового года торжественным мероприятием. Обратная связь получилась очень активной. Родители благодарили, попросили эту инициативу продолжить. Прошедший зимой каток в первой школе оценили не только жители 23-го микрорайона. Кататься сюда приезжали из Заречья и с Нагорной части города. Ледовая площадка абсолютно бесплатна для всех желающих. Освещение, музыка, нарядная елка – запоминающиеся открытия. Как обещают организаторы, в этом году не обойдется без сюрпризов. В этом году елочку у нас еще постарались сделать чуть-чуть побольше, попушистей. Для этого года закупили новые гирлянды, светящиеся, красивые. И приглашаем всех на каток встречать Новый год. Еще одну елку отправили в школу номер 8. Там лесная красавица украсит актовый зал и будет встречать ребятишек в новогодние утренники. Олеся Бедрева, Андрей Сигаев, «Будни».